Всем привет, всем здравствуйте. Ну что, продолжаем дальше читать книгу Роберта Рождественского. Сегодня у нас с вами 28-й день. Вот. И с вами начинаем читать. На странице 233. Поехали. Твои я все отличаю, следую на свидание, с тобой тороплю. Летят их справить не могу, я тебя, значит, не люблю. Ты дронешь, на часы посмотришь. На ночь не просто 40 сумерек. Тебе есть просьба, без нас будут у нас сутолки. Но где просторы, где река тяжела покорна. Там дремлет костер, так бы счастливого года. Мы выйдем на какие-то с полочного часа. Угли на холодную горы повернется в части. Но нас мы привыкли к России, с уроком чуткам, по травинкам, гореть перед нами тюрком. Она помолчает, поговорит, если будет охота. И снова начать от утра счастливого года. Федоса проветрится, тайные мысли проверить. И сердце проветрится. И прочным вечером на лавке площади города. Пусть вспыхнет вечно, костер счастливого года. Пусть нагреются руки, клятвы, все брови. Пойдем скорее, пойдем, а пока не поздно. Кинул Улан-Батор, скачки на экране, скачки. В клубе Улан-Батор по народу полно. Позвал не спите, а вас точно сказал. Я расскажу вам, что было в кино. Как это было, что? Летели по экрану, конь распался в серой пыли. Было непонятно, было все равно, чтобы они должны касаться несколько дней. Сзади встречал промежку губами, стоя листом кардина, не коней. Справа мальчишка, сколько ему скоро, 10-12 возраст, причем один, который за мной вопит. Полно горки, он поворот толкает плечом, а конь разворачивает на фырке несочное. Прознайте самостей, архитектурный мид. В зале только соконе, посоконе, соконе. Зрители без места. Попробуй, говорит, их скинь. А в фильме я не помню, с какого случая. Если честно, был финал был плохим. Рыжик был намного лучше, кочевники. Увертый суд оседловые кони. Тут стоит кумыс на них не столе. Я знал давно, я чувствовал, что корни мои в этом пепельной земле скипают часом, очень круто. И вообще пар, то отец не видно плывет кумыс по кругу. И люди плечами пьют его. А что нам стоит, как ноги подняться, в самом пороку зайти? А далее, и все минуты, через 15, они уже здесь, они. Забудло, как бы следующий мне за сам, лесом дороги, сам верно, все в лесу море, как их не кормят. Люблю нас, не утром, не очень теплый, не удобный голод. Я в лес смотрю, все смотрят, то север, то большие солнце, я вот и вники, то колка извинения. И снова приказываю собрать все. Приходит ночь, и вновь без рфейт перестается прийти с морсиной казыня, и надо мной, как говорится, телеск. Добрая земля. Сколько времени не знаю, то часам непонятно. Тут писать показываю город, не знаю. Тут одно составляет только мне. Я примерно определительное время узнаю. Я сегодня пойду к одинокому из евреев. Там на площади будочки в ряд. Корзине чиновники потише мне время. Вот участники мои прокрят. Мой газету возложив на мне. Часы посмотрят внятно, пока покачает головой. Снова грянет. Вверх вниз. Я ей не сказал, а ей. Товарищ, мало подключения, далеко ли механизм, абсолютно все равно. Вы все равно не бережете у вас время, у вас участки, сколько ли вы числили, то ли оно заберет, потом просчитывая грозно. И закончится под особой печать, судя по часам. Москва, вот это довольна, и пора, собственно, напечать. Ну, судя, спасибо, внизу, вынут 50 копеек, 1700 слогов до знакомого. Мы говорим, встречу на будом часу, произведение пены. Будто это не машины. Будто это глиссер, размоченный глиссер, приспрессия к ботинкам. Станет улица качаться в ледовом огне, на часах на руках потекать, прозрачно время слабо. Об испытании прежнего не испытывает пока что-то и самое. Ты грешник, и потому пока если взвесь в варе белый, проснется в мучении вместе, если это пекло, куда девались черти, зара, зуренье, зарище, не утихая стрелиться. Но теперь зариса переродиться, а погода верит, а здесь принесли салон из флоры, только вини, и только я, испаны, и вот это в воздухе дышит, как порой, как тут, надо в озере, а с молодость не срусь, наверное, самею, не с ней срусу, конечно, не заметлю, берегу их на русло, побегу, лучшим своим, знаете, в такой паре, холодное соединение в холщину, холодное, горячие, и винтики, говорю, с собой, я порос на людей, винтики, сам я, винтики был старался, всем было безграмотно, я видимо, всю жизнь это расплачивается, мыть себя и как бы раскручивать, верить в век, и с вами оплачиваются люди, финтики, люди, срубочки, предоточены после
Шляхи предназначены к основу. И выдумал. Сейчас я секунду кофе попью. Вы разумеете, исполнить что угодно, из вы исключили с мир, верьте, вполне это обязательно, все равно ломают отчаянно, все равно должно остаться, все равно винтия за прямую сейчас. В крайнем крысу для таза оставлен так, полосу не будем приема, лавси есть на психологии царства, вы носы, дело пусть звучит вам все как ровен, пусть люди звучит напрасно, я не верю, вы не верят пословно, разум не смирно, забитый, но опухоль. Винтик скромно посмотрел попросту с посмотрел микрофонами за земля среди людей умные люди сильные. Они выслушивали свои кулисти, а нам не видать, когда разные каменных пек. Я это слишком близко от вас, я очень близко от друг планеты. В этом планете, где я себе не доверяю, смеюсь, над собой никак не кончается это. Я голос теряю, я что-то пути повторяю, я вижу, проходит мимо вас планета. Она появляется, что-то мои зеровые глаза состилают величин письмом. Она пробывает и своего поля посвета солнца. Мир прекрасное море на планете вас уйдет. Прямо прелестно. Тяжелается поток. Где соление стоит. Я знаю, она начинает свой сход, проходит лето, проходит соль, проходит воды, проходит. Проходит мимо. Проходит вас планета. И поднимает, поднимает крики, собственно, крики солнца. Ясно. Глаза прыгают, я прыгну. Сейчас я прилетел на планету Землю, топлю вас в порток Святого Меча. Я снова прилетел сюда, в этом городе земной, где новый здесь работают на пусть и начальником замком. Несколько фигур пони, изучен этим глазом, все она не здесь, а раньше все она сегодня, так сказать, сегодня праздно. В городе влетели помни, очередив они забудки. Дверь садила, звучали, чемоданы пропользовались, по праздникам вторгали, солнце зарили, слезы, водоговели, даса. Ну вот и все. Пока все. Да. Завтра почитаю дальше.